Всем доброе утро. Сегодня поднял 8 штук и нечаянно выбросил от смоляного одного. Он песку не летает. Эти 3 штуки опустились. Вот, 8.00. Поднял я их в 7.45. Остальных не вижу. Я наблюдал их, что они были где-то там в точке, но это, но потерял их. Посмотрим, спустится, не спустится. Сегодня я определяю, как это правильно сказать, группы и подгруппы, которые будут гоняться во избежание осадок, просадок. То есть гоняться будет только сильная птица. Сильная с сильной. Без стариков буду пробовать. Разделю на 3 этапа. Но вот эти вот 3 показали, что они в первую группу, они не, ну, они не подходят. Первая группа — это час. Вторая группа — это полчаса. А третья группа будет 15 минут. То есть это те группы, которым нужен лидер. Я хочу, чтобы птица была сама для себя лидером. Чтобы сама тянула в небо и остальных затягивала. Так. Блин, ну. Пускай потом говорят, что бакинец плохо летает. У меня там светлые голуби, черные, красные, я ни черта не вижу. Я видел 5 минут назад, как они проблискивали там в небе, и все. Будем искать. Только отключился и нашел. Три, 5 штук. Ага, значит, я погнал 8. Все, это меня уже радует. Все, ждем время. Эти, конечно, по-любому испортят время. Они посадят их. Посмотрим, как оно будет. Выпустил пескунов племенных. Время у нас 8.32. Молодежи вообще нету. Я не знаю, куда она делась. Сейчас погоним вот этих вот, которые остались. Погнал остальных. Это группер. Группа номер 2. И группа номер 3. Они уже с игрой, поэтому время они толком особо не покажут. Ну, это все сделал для того, чтобы осадить тех. Потому что мне аж страшно стало, что они могут не вернуться. Они же почувствуют кайф и уйдут, и все. Семь, 8. Так, 8, 9, 10, 11. 11 штук еще поднялось. Ждать. Еще сейчас посмотрю, может, что-нибудь подниму. Вот из той 5 голубка молодая спустилась. Она такая светло-мраморная. Да, вроде только она пока что. Время уже 1:03, как я поднял первых 8 штук.
5 штук летает. 6. И там еще одна. А, вот они, вот они, вот они. Ай, вы мои хорошие. Где же вы? Блин, на камере не видно. Вот они. Да ё-моё. Вижу, правда, только двоих светлых. Вот, проблискивает, восьмикратное приближение. Ай, вы мои хорошие. Фух, ну, 3 штуки есть. Еще осталось найти 2. И будем уже засекать, кто сколько пролетел. И дальше формировать группы. Ничего не видно. Дай бог, чтоб сели все. Спустилось еще 2. Так, какой-то белый. Белый и черный. Будет видно. Наш кораблин. Вот. Вот. Черный. Так. Черный вижу. Черный, черный. 10, черный. Ага, вот. Блин, быстро теряется. Черного веду. Ага. Вот рядышком проблискивает эта желтая глубка, надеюсь. Время 9:03. Поднял 7:45. Так, 2. Рассаживается. Наконец-то. И он 3. Сементальный идет. Просто ракета. Вот, пескунка. Садится. Даже не запыханная. Умничка моя. Умнички мои. Время 9:13. Подняты были 7:45. Еще остались 2 штуки. Где-то в небе. Чем будем ждать? Вот, села парочка. Вот мраморная, вот белая мраморная. Время 9:30.